Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня я веду свой, как вы видите, необычный вечерний эфир. Но вы как заметили, дорогие друзья, он проходит дома. Ведущий этого выпуска сегодня буду я, Женя Александрович. Поехали! И сегодня, дорогие друзья, как вы видите, я необычно выхожу в привычном таком вот формате вечернего эфира дома. Объясню почему. Потому что сегодня у меня не по техническим причинам, то есть товара было много, и вышел вечерний эфир дома. Так что не обижайтесь, дорогие друзья. И сегодня я хочу вас поздравить, дорогие друзья, с праздником, хоть он не государственный праздник, но это праздник Успения, дорогие друзья, и всех вас, дорогие друзья, в ВК, в Инстаграме, в Одноклассниках и зрителей на Ютубе, я вас всех поздравляю с этим православным праздником Успения Пресвятой Богородицы. А также, дорогие друзья, с чем вот... Хочу вам рассказать, дорогие друзья, что чем мне запомнилась эта неделя. Так, запомнилась мне эта неделя многими событиями. А в основном уже стало традицией говорить про госпожу Соловьёву. И она на этой неделе вообще писала в ВК, но она включала дурочку. Как всегда. Вот так вот. А в пятницу, дорогие друзья, вчера, она пыталась со мной договориться встретиться, но, увы, не вышло. И за это я ее отмотил. ВК. А что вы об этом думаете, мои дорогие зрители? Напишите, пожалуйста, свои мысли в комментариях. Потому что, знаете, дорогие друзья, она поступила нечестно. А также, дорогие друзья, как я уже сказал вам в прошлом своем выпуске вечернего эфира на даче, дорогие друзья, опять у меня на этой неделе получился опять один выпуск. И это был в четверг, 26 августа. И, кстати, он есть у меня на моей странице в ВК и на моем YouTube-канале Женя Александр Совершенный. Так что приятного просмотра. А также, дорогие друзья, я хочу вам рассказать, дорогие друзья, что вот только что за 2 часа до начала этих съемок я решил прогуляться на поле футбольное и посидеть там полчаса или час, посмотреть, как там тренируются. Вот. И еще. Короче говоря, эта неделя меня очень прям вот так вот запомнилась на всех вот парах. А также, дорогие друзья, я думал, что я выпущу на этой неделе 4 выпуска, но, увы, не получилось. Вот так вот, дорогие друзья. А еще. Вчера также я решил в Одноклассниках отправить поздравление Ольге с днем рождения. Вот так вот, дорогие друзья. Если вы хотите, дорогие друзья, чтобы я вас так вот поздравлял в своих выпусках, пишите мне. Потому что... А, да, кстати, забыл сказать. Скоро новый сезон, осталось до него 3 дня. Это вот завтра, понедельник, вторник. За 3 дня, дорогие друзья, вы придумайте мне в личку, пишите в личку новые темы и мысли, что мы будем обсуждать в этом сезоне, который будет с 1 сентября. И как я уже говорил вам, дорогие друзья, в прошлую субботу, что это будет
начнется мой сезон со спецвыпуска «Ко дню знаний». Но об этом, дорогие друзья, вы узнаете из анонса, который будет сделан чуть позже, к этому спецвыпуску. А также, дорогие друзья, вы узнаете о всех ближайшем новом сезоне трех днях, то есть среда, четверг и пятница. Также в этом анонсе, также этот анонс будет сделан чуть позже. И еще, дорогие друзья, скоро будет финал моего мини-сезона 2021 года. И третий анонс будет также сделан после записи этого выпуска. Так что поддерживайте меня лайками и комментариями, я вас очень прошу. Потому что за прошлый выпуск утреннего эфира, 10-го выпуска, кстати, вы проявили, дорогие друзья, слабую активность. Так что, если вы хотите, чтобы он так иначе и будет, 31 августа, финальный выпуск моего утреннего эфира в мини-сезоне 2021 года, поддерживайте меня лайками. И за это вот эти два дня набраться еще больше просмотров, чтобы я подводил итоги этого мини-сезона 2021 года. Вообще, как я изначально планировал, я планировал сделать 21 выпуск в этом мини-сезоне 2021 года. Но, увы, вы поняли, из-за кого? Из-за Алины Соловьевой. Я пропустил 10 выпусков. А так бы, вот по идее, если бы все было бы, то бы, по идее, я бы во вторник бы снимал 21 финальный выпуск, как я и планировал. Но будет во вторник 11-й финальный выпуск моего утреннего эфира в мини-сезоне. И в новом сезоне, дорогие друзья, вы узнаете многое, о чем все, что заблагорассудится. И, кстати, в этом году я решил, может, сделаю 11 октября специальный выпуск к юбилею моих вот этих всех вот съемок, которые вот я делаю в данный момент. Так что поддержите меня лайком и подпиской. И сегодня вот в 5 часов вечера добавился еще одна пользователь. И это меня радует, что вы подписываетесь на мой канал, потому что я всегда вас об этом прошу в конце каждого выпуска. Спасибо за такой актив, но чтобы мой канал продвигался, и кто в данный момент смотрит мои выпуски без подписки, то рекомендую подписаться, чтобы красный прямоугольник стал серым прямоугольником. Это означает, и поставить колокольчик. И это означает, что вы подписаны на мой канал. А то некоторые не знают, где меня находят, и спрашивают, а что это вот ты снимаешь, для чего? Ну это, знаете, как я вам скажу, дорогие друзья, я, по-моему, уже устал говорить. Это мои увлечения, так что не обижайтесь на меня. И еще, дорогие друзья, многие спрашивают меня в комментариях, почему не вышел вечерний эфир. Как я уже сказал вам, дорогие друзья, по техническим причинам. Но я, как говорится, я не буду загадывать. Не буду загадывать, дорогие друзья. Следующую субботу, 4 сентября, может быть, я сделаю вечерний эфир на даче. Ну, конечно же, если не поменяются планы. Потому что, знаете, дорогие друзья, всегда планы меняются. Я, как говорится, я не люблю загадывать. Так что поддерживайте меня лайками и комментариями. Я вас очень об этом прошу. Потому что вот данные вечерние эфиры выходят раз в неделю. И это такая вот, я в этих выпусках я подвожу итоги своей недели, что за меня скопилось за всю неделю. Вот так вот, дорогие друзья.
И если вы, дорогие друзья, поддерживаете меня лайками и подпиской, то значит вы меня уважаете и цените мой труд, то, что я вам стараюсь и делаю. И да, дорогие друзья, этот выпуск, дорогие друзья, будет выложен завтра утром на моей странице в ВК и на моем YouTube-канале Женя Александр Совершенный. Вот так вот, дорогие друзья. И, дорогие друзья, давайте наберем на этом выпуске 20 просмотров. А уже через неделю, может быть, выйдет мой 11-й выпуск моего вечернего эфира на Мэтче. Так что ждите. И еще, дорогие друзья, некоторые вчера, кстати, мне писали, одна нашла одна девушка такая, спрашивает, это добавилась, я не знаю для чего, в Инстаграме. И спрашиваю, я спрашиваю ее, для чего ты добавилась? Так я говорю вам. Она мне говорит, для розыгрыша автомобиль. Но, увы, я не разыгрываю автомобиль. И у меня аккаунт в Инстаграме не для этого. Так что не обижайтесь, дорогие друзья, и не заебывайте меня такими темами для подписки. Если вы добавляетесь, то добавляйтесь для дружбы, а не для розыгрыша автомобилей. Так что вот так вот. И еще, дорогие друзья, многие пишут мне в комментариях, что очень радуете вы меня в комментариях своими подпиской, просмотрами, но вы проявите сильный актив, дорогие друзья, если вы напишите какой-нибудь комментарий. Только не гнусно, я вас очень прошу, потому что я их не читаю. Я вас очень об этом прошу. Это, как говорится, я уже сказал вам, вынужденная замена. Вот то, что я сейчас выпуск снимаю, это вынужденная замена. Так что вот так вот, дорогие друзья, не обижайтесь на меня. И через неделю также, только уже, я не знаю, не буду загадывать, но я выпущу 11-й выпуск. Так что ждите. И еще. Сегодня что-то я не заметил утром печку. Денис заработал около банка почему-то. Но я не знаю, может это у него такая привилегия приходить тогда, когда забьется мусор или когда тараканы побегут. А нам это в нашем доме это не очень нужно. Вот так вот, дорогие друзья. И еще, дорогие друзья, если вы, дорогие друзья, знаете, если вы хотите, чтобы я выпустил... А, кстати, как я уже говорил вам, дорогие друзья, в своих утренних эфирах осенью, я решил запустить новый формат. Также будет он выходить в субботу вечернего эфира дома. И это будет, как говорится, после вечернего эфира на даче, после окончания съемок на даче. Так что пока я не буду загадывать, когда будет финал моего этого вечернего эфира на даче, в этом пока не станет холодно. Так что не обижайтесь и поддерживайте меня лайками и под комментариями. И еще, дорогие друзья. Решил все-таки думать, что вы думаете про Соловьев и что мне с ней делать. Напишите, пожалуйста, свои мысли в комментариях. Потому что вот так вот. Я не знаю, что с ней делать. Потому что она, как всегда, любит за свое. И еще. Вот. И еще. Так что вот так вот. Вот так вот. Вот. И еще, дорогие друзья. Вот так вот, дорогие друзья. И еще. Что вы об этом думаете?
дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, мысли в комментариях по поводу нового формата, который будет осенью. Вот так вот, дорогие друзья. И как вы видите, дорогие друзья, сегодня я вечерний эфир снимаю без своих соведущих, потому что я решил без них делать. Я об этом тщательно подумал, когда сейчас сидел на поле. Так что финальный выпуск будет в субботу, во вторник. Так что ждите, дорогие друзья. Итак, дорогие друзья, переходим к завершающей части моего выпуска. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий выпуск на даче через неделю. С вами был ведущий этого вечернего эфира Женя Александр Свершин. До свидания, пока. Увидимся через неделю на даче. Счастливо.